أخبارا وآلهة يمينة برخمانوته مروامة قدشو بارف مقادش أهم يخلت السردانه شمة كيثايوت القلتة مزل الطاواته والكاثة من كسته بارخ مار باب المشمية فايش قدش الشمو أتي ملكوته هاور الزايو داخل بشمية وبأرعى هلا لخمة السمقانا قديم يوما شقلا خوبا داخل أبخنا شقلا خيالا لا موربا جورابا إلا مباصل من بيشة سبديخ لملكوثة خيلة وتشبخت العالم على المين آمين فزر الله يواس سنس فرش واس فزر الله يواس بيجي من براس سواني مستوجين تشيست فان مكمرية سن كمية كجاية براس براس وزر جيدو بكاتوري في خديد كام سبسين اسطراف براس دمت براس دي مسواني او تشراف تشراف سفروزم С Фроза поговорили, звонили, спасибо ей, что напомнили, что своего душара. Я думал, правда, не будет отмечать. Я знаю, была в этом семье неприятность. Дед Володя, Валера, Володя Иванов, Йонанов, потерял своего сына, Александр Альхманахля. Альхманахля, аля яуэ, сану, кухманахля, аля яуэ, хай, аля яуэ, аля Я сегодня очень рад, то, что вчера Фроза мне сказала, сегодняшний день уже начали молодежь отмечать этот праздник. Старое поколение только контролирует это. Значит, у нас, слава Богу, есть хорошее будущее, наши дети, наши внуки будут продолжать те праздники, которые наши предки оставили нам как наследство. Потому что, когда наш народ уехал с родины, они приехали сюда и сохранили этот праздник. Особенно в сегодняшний день этот праздник только наша церковь отмечает его, Хан Матмари. Русская православная церковь, у них есть много в честь Матмари, но не сегодня. Сегодня наш праздник, который церковь Востока отмечает. Я бы хотел, конечно, не только сохранить шара, как кушать, танцевать, чтобы продолжали уже новое поколение прийти в церковь, отмечать этот праздник церковно и потом народно. Потому что те люди, которые отмечают праздник, который берет на себе такую ответственность, они должны, в принципе, хотя бы одно из семьи, один человек из семьи приходил в церковь, показался там перед своим народом, что и там приглашают люди. Сегодня мы отмечаем праздник, приходите, буду рад вас видеть. Чтобы не только мы сохранили традиционный как народ, а церковный как праздник, потому что это церковный праздник, это не день рождения, не свадьба, а церковный праздник. Поэтому я надеюсь на то, что новое поколение уже, дети, которые уже выросли, здесь, в России, ну, у нас уже появилась церковь. Тогда, когда ваши предки были, тогда, к сожалению, у нас церковь не было. Но они могли сохранить этот праздник дома, в квартире, потом уже вышли в больших залах, а сегодня, как видите, уже немножко по-другому. Поэтому я хочу, чтобы молодежь, особенно вот дети этого семьи, Гриша, Боря и остальные девочки, которые есть, чтобы сохранили не только традиции танцы, кушать, а приходили в церковь. На этом очень надеюсь, чтобы мы могли сохранить не только народное, а церковное, духовное, чтобы Господь мы с нами всегда сохранили наши дети, наши, особенно этот праздник является Духранит Матмарьям Натрант Цай, хранитель Иса Пасов, Пасов, да, говорят по-русски. И поэтому, чтобы Натрант Нонан, Хамьялев Нонан, Наваган, Зарань, мы должны быть близких церкви, чтобы там храм молиться, Матмарьям услышать наши молитвы и сохранить наши веки. С праздником вам! Желаю вам всего самого хорошего. Желаю наши дети, наше будущее, чтобы продолжали и продолжали сохранить этот праздник. Еще раз с праздником вам, хорошего вам вечера. Спасибо.